Добрый день, с вами сайт «Своими ручками». Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Что можно сделать своими руками маме на 8 марта? Давайте попробуем сделаем поздравительную открытку из бумаги. Всем известно, что подарок, сделанный руками ребенка, хранится взрослыми долго и бережно. Не потому, что это шедевр, а потому, что все дети делают подарки с любовью. И чаще всего эти подделки или поздравительные открытки. Например, представленную в этом мастер-классе открытку ребенок смастерит сам под вашим незначительным руководством. Для создания такой открытки мы приготовили лист голубой бумаги для основы, бумагу светло-оранжевого, темно-оранжевого и зеленого цвета, ножницы, линейку, клей, карандаш. Основой нашей поздравительной открытки будет лист голубой бумаги, сложенный вдвое. А декоративным элементом станет цветок, выполненный из оранжевой бумаги. Для него мы приготовили два квадрата со стороной 9 см. Их вырезаем из бумаги светло-оранжевого цвета. Теперь каждый квадратик складываем определенным образом. Сначала выполняем диагональное сложение. Потом еще пару раз складываем по диагонали до получения небольшого треугольника. Со стороны открытых сторон выполняем полукруглый срез. При этом ближе к центру заготовки мы не прорезаем. На развороте должен получиться такой элемент из 4 лепестков. При этом на некоторых требуется поправить сгибы, чтобы они были направлены в одну сторону. Из второго светло-оранжевого квадрата выполняем еще такую же заготовку из лепестков. Соединяем их вместе с помощью клея с небольшим смещением относительно друг друга. Приклеиваем заготовку цветка на лицевую сторону будущей открытки. Серединку цветка выполним из небольшого прямоугольника, вырезанного из темно-оранжевой бумаги. Его стороны равны 12 и 5 сантиметров. Складываем прямоугольник вдоль, а затем с стороны сгиба делаем частые надрезы, не доходя до другого края. Разворачиваем оранжевый прямоугольник, а края его смазываем клеем. Склеиваем края. Теперь скручиваем заготовку, а края ее снова подклеиваем. Готовую серединку приклеиваем в центр цветка. Осталось выполнить стебелек и листочек. Стебель выполняем из узкой полоски зеленой бумаги. Из бумаги этого же цвета вырезаем листочек и приклеиваем его. Наша поздравительная открытка с цветком готова. Подпишитесь на наш канал. Отдельное спасибо за лайки. Всего вам доброго!